Дорабаларумдогаттар, өтөк күнүнен. Здравствуйте, друзья, добрый день. Беги терабитыл бытын, өреттен ехебит. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгүн хаңарсыгыякпыт, ураха дейтугунан. Тема сегодняшнего урока летнее жилище долган. Чум. Урахаде, урахаде, дюка, дюка, чум. Ураха, ураха, это жердь, шест определенной длины и формы для чума. Хона, хона, остов чума начинается с этого шеста. Эркен урахалара. Эркен урахалара. Жерди, предназначенные для установки двери чума. Эльдюнь. Эльдюнь. Покрышка чума из ровдуги. Унякен, унякен, покрышка верхней половины чума. Уэлясь, уэлясь, дымовое отверстие чума. Нептинь, нептинь, покрышка домового отверстия чума. И кептин, поперечный шест над очагом для подвешивания чайника, котла. Чимка, чимка, вертикальный шест в чуме между входом и очагом. Тым-тык, тым-тык, лучина. Очаг, очаг, очаг. Чок, чок, уголек. Куль, куль, зала. Коро, коро, сажа. Кым, кым, искра. Лойто, лойто, доски в чуме, настилаемые в качестве пола. Модёго, модёго, нижняя часть двери в чуме. Аны, оңорокпут предложение ларда. А сейчас составим предложение. Инен ахаттар отун хэннан. Этинен онтон атын ахынан. Инем ахаттар отун хэннан. Этинен онтон атын ахынан. Мама угощает дух огня кусочками жира, мясо и другой пищей. Эбем тигер ханга эльдюннери. Эбем тигер ханга эльдюннери. Бабушка шьет новые нюки. Утуяры хабынабыт уэляспитын. Утуяры хабынабыт уэляспитын. Пред сном закрываем дымовое отверстие. Хона урахыттан. Тутталлар урахадени тегүрүччү. Хона урахыттан. Тутталлар урахадени тегүрүччү. С четвертого шеста хона устанавливается остов чума
Бо күрүүгү турок бүтбүттэ нячаскан доготтор. Урок закончился. До свидания, друзья!